Как известно, почти полтора года назад китайский Хавейл успешно запустил под Тулой свой завод, где налажена не только сборка автомобилей, но также сварка и окраска их кузовов. Сейчас там делают рамную модель H5, кроссоверы F7 и F7X, плюс флагманский внедорожник H9. А теперь компания заложила еще один российский завод, но не автомобильный, а моторный, где начнут выпускать двигатели. Агрегатами отечественного производства планируется оснащать 90% хавейлов для нашего рынка. Новое предприятие до конца 2022 года будет воздвигнуто неподалеку от основного конвейера, а его площадь займет больше 10 тысяч квадратных метров. Мощности закладываются из расчета на 80 тысяч моторов ежегодно. К слову, Хавейл также взял на себя обязательства по локализации ключевых агрегатов и комплектующих, включая коробки передач, электронные блоки и системы управления автомобилем. Тем более, что перед маркой стоит дерзкая задача. К 2025 году объемы продаж должны вырасти в 5 раз. Притом Хавейл хочет стать брендом номер один на рынке SUV. Росту популярности может поспособствовать свежий продукт. Как стало известно телеканалу «Автоплюс», в скором будущем на конвейер тульского завода встанет некая новая модель. Посмотрим, что это будет за машина. Ну а пока самая свежая новинка бренда Хавейл – кроссовер F7 Tech Plus. Внешне самый технологичный автомобиль марки, как его называют создатели, выделяется 19-дюймовыми колесами особого дизайна и хромированной решеткой радиатора. Также топ-версия китайского кроссовера готова предложить беспроводную зарядку смартфона, виртуальную панель, улучшенную медиасистему, а главное – расширенный набор систем безопасности. Этот набор включает системы помощи при движении задним ходом, мониторинга слепых зон и распознавания дорожных знаков. Также Tech Plus оснащен системой удержания внутри полосы и адаптивным круиз-контролем. К последнему прилагается комплекс экстренного торможения, способный распознавать пешеходов. Вдобавок, новая комплектация подразумевает наличие фар, умеющих автоматически переключать дальний и ближний свет. Как подобает флагманскому исполнению, оно доступно лишь для старшего силового агрегата. Это значит, что самый умный из кроссоверов F7 имеет 2-литровый турбомотор, 7-ступенчатую преселективную коробку и систему полного привода.